«Мир, труд, май» отменяется. Первомайскую демонстрацию в набережных Челнах проводить не будут. Решение принято из-за эпидемиологической обстановки в республике. Об этом сообщает портал «Челны.Биз» со ссылкой на руководителя пресс-центра Федерации профсоюзов республики Ирину Пузакову. Мероприятия отменены по всему Татарстану. Их проведут только в онлайн-формате. Напомню, в прошлом году демонстрации, приуроченные к празднику весны и труда, также не было из-за всеобщего локдауна.